вас на матч сборной Белоруссии против сборной России U17. И Россия, соответственно, до 16 лет. Вот такая вывеска у этого поединка будет. Поэтому сегодня для вас работаю я, Дадко Данил. И я думаю, что потихоньку будем переходить к раскладам, к составам команд. Тем более, что хватает изменений. Начнем, наверное, со сборной Белоруссии. Сегодня рокировок очень мало внес свой ростер Александр Юрьевич. Ну и пробежимся по составу сборной России, потому что также есть изменения. Они даже не косметические, учитывая то, что с разным настроением команды. Да, думаю, все слышали по поводу истории о том, что добавляется Константин Веретынский. Именно он начинает в рамке сборной Беларуси. Плюс Федор Федорович, Артем Белоус, Олесь Сахончик, Кирилл Небушинец и Матвей Соколовский. Вот, по сути, те игроки, которые в матче против сборной Узбекистана начинали с скамейки. Но сегодня, я думаю, возможно, будет домашняя заготовка. Да, потому что идет подача Матвея Соколовского. Неплохо, но Джураев. Джураев очень здорово на выходе играет. Мяч в руки забирает голкипер сборной России. И сейчас ничего не получается у белорусских футболистов. Хотя было довольно остро. То есть вот так вот семимильными шагами коллектив Александра Юрьевича приближается к штрафной Владислава Джураева. Есть забросы, есть те игроки, которые могут за мяч сцепиться, они цепляются. Но вот здесь уже контратака. Здесь уже быстрая контратака сборной России. Что получится? Есть удар! Вот это да! Вот это удар получается у сборной России. На 6-й минуте счет становится 0-1. Давайте смотреть повтор. Но это просто матч. Сборная России не отличилась. И это первый гол для сборной России U16 вообще на Кубке развития. Ну и вот повтор. Просто прекрасное попадание в дальнюю девятку. В таких ситуациях, говорят, убил паука. Это и сделал Егор Камельков. Но и здесь шансов у Веретынского не было. Поэтому 0-1. Сборная России выходит вперед. Ну и сейчас коллективу Юревича точно придется перестраиваться. Это попытка Мелковского. То есть увидел Мелковский, что Джураев вытянулся из ворота. Далековато от рамки находится голкипер сборной России. Поэтому попытка Руслана Мелковского оставили в нее дело. Но сейчас исправимся быстро. Еще одна подача. Еще один момент у сборной Беларуси. К сожалению, никто не пробил. Мелковский первый на подборе. Мелковский. Команды этого хватает. Вот такая подача на дальнюю. Но, к сожалению, не дается пробить. Не хватает акцента этому удару, хотя очень классная подача, мягкая и самонаводящаяся в таких ситуациях говорится. Но удар по воротам Владислава Джураева мы не увидели. Поэтому счет в направлении Сидоренко. Мельниченко, Мельниченко, классный пас, Джураев, как же здорово Джураев играет на выходе. Прочитал ситуацию, вышел, мяч в руки забрал, голкипер сборной России, хотя атака была очень классной. И это Максим Кононов, 19 номер, помним, что Максим Кононов по ходу первого тайма появился на газоне. Ну и вот смотрим, какая же классная передача Мельниченко, одной город Владислава Джураева отправить. Еще один пас, Соколовский, здорово, на дальнюю подача, будет ли удар, Джураев. Джураев спасает сборную России. Очень четкие линии, очень хорошая атака получилась, но Джураев в игре. Поэтому счет 1-1 не становится, 69-я минута заканчивается. Болельщики очень активны, только, наверное, результат их не совсем устраивает. Это Бондаренко. Тем более результат после игры со сборной Узбекистана. Бондаренко. Что сейчас Бондаренко придумает? Еще один пас. Есть удар, он заблокирован. Еще попытка и 0-2. 0-2, к сожалению, сборная России в этом матче ставит жирную точку. Это же понятно, Джураев побежал, поэтому, к сожалению, 3 очка. Но здесь непонятно, что футболисты из Узбекистана могут предложить и что могут, в принципе, сделать. Поэтому вот такой поединок в рамках группы будет для сборной России. У нас матч против сборной Казахстана тоже 9 числа в 18:00. Но вот в этом матче отступать некуда. Только побеждать. Только побеждать, чтобы рассчитывать на высокие места на Кубке развития. Поэтому на третье место скатываемся после второго игрового дня. Еще одна атака. Кратко резюмировав его, на 6-й минуте Егор Камельков сборную России вывел вперед. Крутой удар, очень крутой гол. Момент у сборной Беларуси. Нет. Владислав Джураев, то есть Сухарь упадет в актив. Голкипер сборной России, но на самом деле после такой игры вполне возможно, что все-таки Джураев будет против сборной Узбекистана играть. Ну и звучит свисток. Звучит свисток Никиты Шияна, который фиксирует победу сборной России со счетом 2-0.